Старая Вичуга – небольшой поселок в Ивановской области с населением около 5000 человек. Волонтерская жизнь здесь сконцентрирована в общеобразовательной школе. В 2006 году здесь под руководством учителя химии, музыки Слинской, появился Центр здоровья, задачей которого была пропаганда здорового образа жизни. А уже в 2011 открылся добровольческий отряд «Импульс». Мы ездим в Центр временного пребывания людей, пожилых людей, это село Раздолье, Вичугского района. Мы там тоже гости. Мы готовим подарки, мы готовим концерт и там проводим посильную помощь. Помощь пенсионерам – далеко не единственное направление деятельности школьного отряда. Вместе с ребятами музыки Слинская организует в поселке акцию «Бессмертный полк», занимается благоустройством захоронений ветеранов, а также помогает с озеленением при школьной территории. Я знакома с Музой Сергеевной фактически с первого класса. Волонтерский отряд как бы плотно начала с ней работать с шестого класса. И она проводила с нами такую работу, как, ну, мы ходили с ней на разные акции со всем волонтерским отрядом. Она помогала нам развивать наш волонтерский навык и просто была самым лучшим куратором волонтерского движения, который только может быть. Поначалу в добровольческом отряде было всего несколько учеников. Теперь список волонтеров около 60 человек. Да и сама музыка Слинская получила книжку волонтера. Сюда вписывает все мероприятия, в которых она приняла участие. Впрочем, добрые дела она делает не ради галочки, а от чистого сердца. Наверное, это идет от семьи, воспитания. Это уважение моих старшего поколения, моих родителей. Они так приучили. Так у нас сейчас почитание старших. Я не знаю, наверное, так. Я всегда любила и животных, и людей, и хотела их помочь. Наверное, вот это идет от моего воспитания. К работе в волонтерском отряде «Импульс» музыка Слинская старается привлечь как можно больше учеников. Чтобы поздравить учителей-ветеранов с праздником или помочь им по хозяйству, не нужно много времени и сил. Порой достаточно лишь внимания и пары теплых слов. Мне Муза Сергеевна помогла с тем, что я стала более открытым человеком вот с помощью этой волонтерской деятельности. Она поддерживает, наставляет, говорит какие-то рекомендации. Так же, как она педагог очень хороший, достаточно понятно объясняет. И просто хороший человек. Каждый год ребята, оканчивая школу, уходят из «Импульса». Впрочем, это вовсе не означает, что они оставляют и волонтерскую деятельность. Уроки, которые преподнес учитель доброты, остаются в памяти на долгие годы. Волонтерство – это моя жизнь. Это доброта, это отзывчивость. Это любовь к ближним, к окружающему миру, и в том числе нашим младшим братьям. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново, Вичугский район.